Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пищевого синего красителя. Пищевой краситель – это готовый к работе жидкий концентрат, растворимый в жидкости. Окрашивающие свойства, присущие ему, не замутнят основной продукт, а только придадут ему цвет. Добывает из растений, корений, фруктов, овощей. Полностью растворяется в воде. В большой таре разрешен небольшой осадок. Практически все красящие вещества для кулинарии и косметики, также кондитерского дела и мыловарения, создаются с пищевых. Одна из особенностей красителя – это то, что он мигрирует. Очень важно в мыловарении, чтобы слоя были цветными и прозрачными. Это повышает продажи. Решили приобрести качественные ингредиенты для приготовления мыла по оптимальной цене? Тогда вы нашли правильный интернет-магазин. В нашем каталоге вы запросто найдете все виды красителей пигментов, которые не заставят жалеть о приобретенных у нас компонентах. Вся продукция, что вы видите на сайте, самого высокого качества. Мы работаем с товарами для мыловарения не один год, поэтому можем ответить за качество товара. Компания Мыло Опт предлагает красители и пигменты высокого качества оптом и в розницу по самой низкой цене. Вот такой бутылочке мы отправляем синий пищевой краситель нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!